четырнадцатым номером. Но этот игрок Агудело развернулся. И можно и пробить! Будет ли удар? Пытался улучшить позицию. Это не с Гияси. Здесь бороться. А вот Челханоглу. Гияси. Агудело. Какая хорошая передача. Неточный пас. Как много сегодня ошибок у Милана в простых ситуациях. Агудело. Красиво. И Сапонара звездой. И после этого Рома. Вот такой. Агудело. Что дальше? Эстеп. И еще один угловой. Мы восторгались этим матчем в исполнении миланцев. Агудело. Здорово прошел. Передача на Сапонара. Это ошибка. Агудело. Сейчас и в отношении специи мы задаемся таким же вопросом. Агудело великолепно отобрал мяч. Парма и Крутоне. Ну, по большому счету, еще никто себя не приговорил. Агудело. Еще один классный финт. Агудело. Как легко Агудело обходит одного соперника. Агудело. Хороший какой, почти 80. Удало. Красиво. Красиво. Обращает на это внимание. Атака Милана. Хауге тут до мяча не добрался. Ой, красота какая! А ведь счет-то 1-0. Низом перед ним он оказывается вот в борьбе против быстрых игроков. Как здорово все увидел. Верде прострел забивает! Агудело забивает Кевин Агудело. Образилась вдруг эта команда. У Милана это игрок совершенно другой формат. Николау Бакайоко. Ну что? И он с мячом. Коваленко отдает Кевину Агудело. Агудело. Что в рывке? Он почти уходит от Бакайоко. Агудело входит в штрафную. Агудело! Ни секунды. Еще специи бежит вперед. Еще может быть здесь передача на Виктора Коваленко. Это Агудело. Колумбийц нарушил правила. Не отбил.